Старушка Европа настолько стара, что стала страдать антроградной амнезией или, не приведи Господи, болезнью Альцгеймера, приводящего чаще всего к летальному исходу. Только недавно бабушка Европа узнала, что ее телефоны прослушиваются спецслужбами США, которые даже не извинились. А старушка уже и забыла об этом, покорно подчиняясь гласу американского истеблишмента. Бог с ней, с Европой-то. Дядя Сэм ей в помощь, как говорится. Да и говорить будем сегодня не о ней, поговорим о ее плодах на украинском телевидении. И никто прав или виноват. Две славянские сестры, Украина и Россия, сами разберутся, как дальше быть. Сестрой оставаться или же к страдающей старческим слабоумием старущей Европе подселиться. Я о другом. О том, что в разыгравшейся информационной войне украинское телевидение не побрезгало пригласить на свое ток-шоу ряд обидчиков со стороны Грузии, со стороны Азербайджана, которые распустили нюни и стали жаловаться, как плохо там, где они сами уж лет 25 как точно не были. Причем надо отдать должное украинскому телевидению. В сюжете об истории Карабаха рассказали правду. Територія сучасного Нагірного Карабаху ще з 2 століття до нашої ери була приєднана до Великої Вірменії. У 18 столітті ці землі, на яких жили переважно вірмени, війшли до Карабахського ханства, а згодом до складу Російської імперії. У 1918 році Нагірний Карабах стає частиною щойно утвореної Азербайджанської демократичної республіки. Вірменське населення було проти цього рішення, однак Нагірний Карабах у статусі автономної області залишився в складі Азербайджану і став міною уповільненої дії, яка вибухнула 1987 року. До 1994 року тут точилися безперервні бої вірменських та азербайджанських військових підрозділів. Конфлікт забрав життя багатьох тисяч людей. Ніхто не знає точного числа жертв. Мільйони людей стали біженцями, цілі міста згоріли. Нагірний Карабах домігся військової перемоги, проголосив державну незалежність Нагірно-Карабахської республіки. Але цю незалежність ніхто, крім Вірменії, так і не визнав. Это и не понравилось гостю из Азербайджана, который едва по-русски научился говорить, но до рупора таки добрался. Как такова Армения на Кавказе не было. Понимаете, армяне никогда не ставили перед собой цель, чтобы организовать государство. Армяне во Львове жили больше, чем на Горном Карабахе. Угу. И в Крыму были больше, чем и в Турции жили, и везде, и в Индии жили. Это был народ, который... Мы практически торговлем занимался по всему миру. Никто их не трогал. Уж точно галстук не признак ума. Как раз Армения таки и имела государственность. И не просто государственность, но и империи. Существуют карты, хроники, историография, записки путешественников. Масса свидетельств того, что Армения не просто имела свою государственность до Византии и Османской империи, территории, которая нынче именуется Турцией, но и местонахождение Армении всегда простиралось до современных границ Закавказья и далее. Причем примечательно, что ложь полилась сразу же после демонстрации украинского телевидения римской карты Средиземноморья, где четко обозначена Армения. Гость эфира посчитал себя начитанней редакцией программы и даже тех же римлян, которые эту карту и обозначили. Численность армян действительно была огромна со средних веков и во Львове, и в Крыму, и в Индии, и в других странах. Но не потому, что армяне занимались торговлей. Не беспокойтесь.
Уж так, как вы на базарах постсоветского пространства торгуете, вам никто фору не даст. Рассеиваться армяне начали с утраты своих территорий. Как только предки этого знатока истории стали расселяться по Персии, Армении и по всей Малой Азии. Как только их ятаганы стали писать по телам армян, ассирийцев, понтийских греков. Вот с тех пор и стал рассеиваться народ. Сопоставьте даты прихода алтайских орд и рассеивание армян. И сами все поймете. Кстати, дальше больше. Послушайте. Товарищ говорил, что мы между собой говорим на русском. Какой язык был языком межнационального общения на Кавказе? Это же был тюркский язык, азербайджанский язык. Все люди между собой разговаривали только на этом языке до прихода русских. Понимаете? Мы... Подумать только. Эврика. Оказывается, языком межнационального общения на Кавказе был азербайджанский. Как вы не знали об этом? А знали ли вы о том, уважаемые грузины, чеченцы, осетины, адыги и другие народы Кавказа, что ваши предки, оказывается, говорили когда-то на азербайджанском языке? Ваши предки... на языке тюрок, закавказских татар. Или, как они сами говорят, на мусульманском языке. Как раньше и назывался этот язык в начале еще 20 века. Видимо, этот человек слишком увлекся, когда говорил об этом. Само понятие «азербайджанский язык», как и понятие «Азербайджан» в современных границах севернее Аракса, стали называться только в 20 веке. А что касается распространенности этого языка по всему Кавказу, как сказал этот человек, то это был не азербайджанский язык как таковой, а тюркские языки, племена которых широко кочевали и оседали по всему Кавказу и Закавказье. Это языки тех же закавказских татар, от Дербента до южнее, языки кыпчакских тюркских народов Кавказа, кумыков, ногайцев, карачаевцев, балкарцев, не имеющих общего корня с огузским языком закавказских татар-азербайджанцев. В совокупности их всех вместе взятых было много. Оттого и язык их общетюркский был на Кавказе распространен. И распространен в основном таки среди тюрок. Но говорить, что тюркский, а тем более азербайджанский язык, как минимум глупо. Это слишком. Это уже аскяры хотят убедить тех же ингушей, чеченцев, черкесов и других горцев, что их предки говорили на азербайджанском языке. Слушаем дальше. Понимаете, мы нация, которой все время турки 37 империй создавали, никогда не были империалистами. Так вы все ж турки или азербайджанцы? Уж разберитесь как-то там между собой. Только что буквально этот человек убеждал, что весь Кавказ, видите ли, говорил на азербайджанском языке, а теперь говорит, что они турки. Более того, лавры империи турок уже присвоил себе. Мы никогда не были империалистами. Конечно, не были. Потому что империи у вас не было. Оттого империалистами вы не были. Даже государственности своей не было до 18 года. О какой такой империи вообще может идти речь? Если об Османской империи, то при чем тут вы? Да и что это за 37 таких диковинных империй? Думаю, азербайджанский гость посчитал даже монгольские империи. Иначе, ну, я не знаю, никак не объяснить. А теперь внимание, противоречие в долю секунды уже такое услышите редко. Почему два братских народа начали убивать друг друга? Мы не братские никогда были.
Не потому братские. Что мы их считали своим братом. Это хорошо, что этот человек в галстуке высказал таки свое лицемерие. Мы их считали братьями, но мы не были братскими. То есть в глаза улыбались, говорили добрые слова, а за глаза поносили, на чем свет стоит. Именно такие имбецилы вырисовывают картинку своего народа, который может подкрасться к спящему человеку, чтобы зарубить его. Картинка исторической неискренности того, что мы их считали братскими, но они нам не братские. Стыдно? Нет, абсолютно. Таково воспитание. Мы садыги милли, вот слово было, верный народ. Это было армянам так называли в Оттаманской империи всю жизнь. Потому что там было два государства наши, Иран и Турция. Оба, естественно, мы возглавляли, оба государства. Ну, Примечательно, что владели двумя государствами, весь Кавказ говорил на азербайджанском, а сами до сих пор не говорят на нем. Садыги милли. Словечки-то арабские. А садык по-арабски – друг. И милли, миллять по-арабски – нация. Да и Османская империя никогда не была ваша. Сами страдали одно время от нее. Так как турки никогда не относились к закавказским татарам по-братски. Те купались в роскоши, а эти в то время еще кочевали по Ирану и по просторам Закавказья. Некоторые вон до сих пор кочуют. Кашкайцы, например, в Иране. Да и, кстати, об Иране тоже несколько столетий Персии действительно правила тюркская династия, каджары, например. Но кто сказал, что они азербайджанцы? Каджары родом из Гулистана, под Ашхабадом. И так проживают туркмены, до сих пор проживают там же, в Гулистане. Вот. А туркмены – среднеазиатский народ. Но если они среднеазиатский народ, то о каком таком Карабахе родном, который в Закавказье, может вообще идти речь? Вот вам и вторая головоморока, которую пытаются запутать украинских телезрителей гость студии. Вообще, я вам скажу, это чтобы дать такую вот аргументацию к этому всему, что происходило в этой студии. Вы знаете, в Соединенных Штатах Америки есть такая организация, которая называется Антидефамационная лига. Вот нам бы ее, эту антидефамационную лигу в России, например, или там в Армении, в России, все равно. Пока что эта лига имеется только в Соединенных Штатах Америки. Ну, я думаю, вам не следует объяснять, что такое дефамация. Дефамация – это клевета. Соответственно, антидефамационная лига занимается борьбой с клеветой. Вот это вот единственная организация, которая имеется только в Соединенных Штатах Америки. Если бы она была бы у нас, было бы вообще круто, и вот такие вот особи в галстуках не сидели бы и не несли бы ахинею. Смотрим дальше. Вера, армянская вера, благодаря тюркам до сих пор сохранена, потому что в Византийской империи, когда еще была Византия, Константинополь, армяне так ни одного церкова не имели в Константинополе почему до нашего прихода. Спасибо туркам и азербайджанцам за сохранность нашей веры. Лицемер. Главное, хорошо сказал, до нашего прихода. Понимаете? Человек сам себя сдал. То есть армяне были уже там до вашего прихода. 1,5 миллиона армян было уничтожено вашими братьями в Османской империи только потому, что они христиане. Вся современная Турция была залита кровью армян. Несколько сот храмов армянских уничтожено полностью. Полностью, частично, неважно. А некоторые вовсе превращены в мечети. И вы говорите, что сохранили армянам христианскую веру?
Живой пример собора Святой Софии в Стамбуле, который сейчас мечетью стал. Или сотни армянских хачкаров, крест камней, уничтожаются на территории современного Азербайджана. Друг друга. Как? Почему начали убивать-то друг друга? Потому что Россия, когда вторг в Кавказ, Россия создала там армянский вилайет, армянскую область. И со всего конца, из Турции, из Ирана собрал туда. Ереван был, это исторический азербайджанский город. Политический интерес. Понимаете, и все это просто... Россия вторглась в Кавказ. Снова неувязочка. Несколько секунд назад этот человек говорил, что к их приходу армяне жили там, где живут сейчас. Когда говорил до нашего прихода. А куда же армяне потом делись, что Россия стала заселять эти же земли, где до вашего прихода жили армяне, теми же армянами? И в каких таких источниках, не азербайджанских, разумеется, указано, что Ереван – азербайджанский город. Если там и проживали в те времена азербайджанцы, когда армян оттуда выселили, это еще не значит, что он азербайджанский. Может, и Константинополь – тюркский или там турецкий город и основан турками. Может, и Киев – шведский город, а Минск – чего ж там, немецкий город. А? Может быть, так? За что воевали? Подождите, за что воевали, что сейчас там? За что? Просто Россия не дает дальше воевать нам, понимаете? Мы просто все-таки... А так бы еще воевали. Конечно, конечно. Как это? Мы будем отдавать свои территории. Народ, который там 140 тысяч живет, и они оттуда выгнали 800 тысяч. Как это можно было, что 800 тысяч проиграл каким-то этим жалким... Значит, не дают вам воевать. А как живут люди? Как там живут люди? Но если армяне приезжают сюда, есть свободные территории в Армении столько, то, что они взяли, там можно было миллион населению переместить, чтобы миллион человек там жили, а там пустые города. Посмотри. Россия, значит, не дает воевать. Даже студию рассмешил. Народ проиграл этим жалким. Кто жалок и обидчив, явно вон видно. Сидит и жалуется, и врет. И победителей, которых в разы меньше побежденных, называют жалкими. Жаль мне вас, неуважаемые. Что касается того, куда армяне уезжают, и это говорит тот, кто сам не живет в своем благополучном, мягко говоря, Азербайджане. Народ, которого проживает по всему постсоветскому пространству. Выехавшие из Азербайджана за последние 20 лет достигли почти 3 миллионов выходцев из Азербайджана по всей России, Украине, Белоруссии, других странах ближнего зарубежья. И это только ближнего зарубежья. Далее телеканал показал сюжет о современном Нагорном Карабахе. Хотя, если быть точнее, то только одну сторону медали. Одно из горных там селений, где старики жалуются на мизерные пенсии, другие там какие-то социальные проблемы. Все в духе информационной войны. И это никакой не камень в огород армян, а камень в огород России. Именно поэтому на украинском телевидении это представлено. Показывалось не только села в Нагорном Карабахе, но и в Абхазии, Южной Осетии, также в Приднестровье. Мол, смотрите, как плохо живут союзники России. А где же города Карабаха? Где Степанакерт? Где отреставрированные монастыри, курортные центры? Где само все остальное население? Сидящие чинно в кофейнях, дети, играющие у фонтанов, роскошные дамы, прогуливающиеся по аллеям города. Где все это? Да не нужно все это. Не формат. А теперь внимание. А кто вкладывает деньги сейчас в Нагорный Карабах? Никто. Ведь диаспора, армянская диаспора, и немножко там, я не знаю, откуда там, наркозона.
Но идет большой там поток информации, что там практически нарколаборатории. Угу. А неконтролируемая территория. Карабах. Наркозона, нарколаборатория. По имеющейся у него информации, видите ли. А информации у него, что называется, сгулькин носик. Между тем, по проведенным исследованиям Ереванским наркологическим центром в Карабахе, оказалось, что в республике всего 23 человека наркозависимых. Это в Карабахе-то. Из них 19 проходят курс лечения. Если Карабах принять в качестве суверенного государства, то он займет одну из последних мест по количеству наркозависимых. Не было и нет среди армян Арцаха, Карабаха страсти к наркотикам. Условия не позволяли. Сама среда. Наркотики удел богатых государств, состоятельных людей. И превращать святую карабахскую землю в удел наркоторговли глупо и смешно. Хотя бы тем, кто хоть раз там бывал. А бывало и бывает там довольно много гостей и туристов, которым нет дела до черного списка Азербайджана, у которого по их же сводкам в Ньюс-Ас ежегодно в Азербайджане на учет ставится 1000 наркоманов. При том, что в самой республике Азербайджан только официально зарегистрировано 26 700 наркозависимых людей. Я это к тому, неуважаемый человек, галстуки, что когда вы врете, делайте это мудро, не оскорбляя и не обвиняя целый народ, большей части которого и тутовочку-то родную порой некогда выпить. Не то, что наркотиками пичкаться. В Азербайджане есть такие районы, которым, несмотря на бакинскую нефть, ох, как далеко до Карабаха. Ох, как далеко. Причем по всем показателям. Хотите вы этого или нет, но у вас под боком развивается крохотная и процветающая республика Арцах, Карабах. И если захотите снова открыть свой пропахший луком и загнивелым курдючным салом рот, научитесь говорить в микрофон. Говорить и думать. Рот под носом, если что. А уши, вот они, у височной части головы, по бокам. Удачи!